Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня на обзоре опять Зуба, и сегодня наконец-то вышел новый персонаж Лиззи. Вот так вот этого перса можно также, судя по всему, получить. Какой там, какая у нас девятая лига, если я не ошибаюсь? Девятая, десятая, одиннадцатая. В общем, в какой-то лиге его можно будет получить, но пока есть возможность раннего доступа, то есть 3000 самиков здесь она стоит, у нас они есть. В общем, забираем этого персонажа и посмотрим, что же может этот перс в действии. Вот так вот. Разблокирован новый персонаж. Можете меня поздравить, поддержать лайком, кто играет. Добавляйтесь в друзья. Ну и поехали, посмотрим, что это за новая имба. Так, смотрим. Вот так вот она выглядит. Выбрать. Юпи. Что она может? Что у нее есть? Восстанавливает здоровье, если несколько секунд не получает урон. То есть, по сути, это как косточка восстановления у нее. То есть, это пассивка постоянной. Так, хорошо, активная. Яйца, которые лечат друзей и наносят урон врагам. Вот так вот. Так, здоровье понятно, это понятно. Ловкость, копье, бомба, снайперский лук. Хорошо. С этим разобрались. Ну что, поехали, попробуем посмотреть на нее в действии, как она себя покажет, что она может. Интересно. Когда мы первого левела. Вот так вот яички. Нормально, нормально пойдет. А, нифига себе, аж целых три. Офигеть. Прикольненько, однако. Так, тихо, не надо выключать. Такие моменты телефон. Тише, не умирай. Не надо. Вот такое что-то. Я не знаю даже, что сказать на это. Вроде что-то интересное. И в то же время непонятно. Юпи! Вот так вот, ребятушки, делаются. Юпи. Ну, не знаю, что вам сказать по этому поводу. Вот этого юпи. Хм, прикольненько. Нормальная тема, кстати. Подстава. Подстава то, что надо. Скажем так. Это пока. Хм, прикольненько. Нормально мы тащим еще, я вам скажу. На первом левеле то, что надо. И здоровье восстанавливает неплохо. И дальность неплохая. И, походу, яички надо по максимуму хранить.
Ай-яй-яй, убили нас. Ну, не знаю, что я могу сказать. Надо смотреть на хай-левелах, будет на хороших прокачках. Ну так, в принципе, интересный герой. Поиграться, пофаниться. Ну, в принципе, здесь все герои интересные. В большинстве случаев здесь все зависит от того, насколько у вас прокачаны герои и открытые предметы. То есть вот это самое основное. Поехали, еще один бой проведем. Посмотрим, что она может. Еще, ну, в принципе, интересно. Она мне чем-то напоминает этого. Как его? Фази. Где-то что-то в этом роде. Ну, атака у нее, я вам скажу, довольно-таки нехилая. Пожалуйста. Неплохо. Ну, смотрите, как восстанавливает здоровье, тоже неплохо. Не топчик, правда, но... Рони убегает меня. Ржачная, конечно. Но видите, можно насолить, и причем таки конкретно насолить. Три яйца — это все-таки прикольная тема. Подорваться можно вот таким вот образом. Смотрите. Ну, дохнет. Первый левел, очень мало жизни. Ну, блин, не знаю. Все-таки классная тема. Мне она понравилась. Что-то интересное. Нестандартное. Не знаю, правда, что это за зверек такой. Но, блин. Смотрится внушительно. А что по статам я так и не посмотрел? Да, жизни маловато, но дамага у нее дофига, ребят. Это, наверное, один из топовых дамагеров. Вот так вот она будет выглядеть со скином. Прикольненько. Да, кстати, некоторые скины будут брать. У нас нет только одного скина. Ну, я сейчас коплю эти, коплю самики. Я свинки для поросенка, для копилки, чтобы копилку забрать. Ребята развлекаются. Два раза пак, видите, засчитала. Ну, в общем, вот так вот. Не знаю, мне герой нравится. Неплохо, надо будет, конечно же, все-таки апать. Надо будет поапать сундучки, повыбивать осколки, прокачать минимум до левела так 10, чтобы она была нормальная по дамагу. Ну, а так, как по мне, реально очень интересный герой. Наставили тут всякой хрени. Не успели, ребята, не успели. На первого левела. Первым левелом здесь нифига не сделаешь. Захочет со мной побегать. Ну, хотя толку бегать, если я первого лавала. Это будут все сливать.
В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.